Добро пожаловать на канал HireDresetInfo. Сейчас я вам покажу, как заблокировать какое-то приложение с помощью пароля, не используя каких-то костылей из Play Market. Для этого вам нужно открыть приложение «Настройки», спускаемся вниз и нажимаем на кнопочку «Конфиденциальность». Нажимаем на кнопочку «Скрыть приложение». Если у вас еще нет пароля конфиденциальности, он попросит вас его создать. Пароль конфиденциальности – это не пароль от разблокировки телефона. Это другой пароль. Желательно его использовать другой для того, чтобы... Если кто-то вдруг узнает ваш пароль от телефона, чтобы он не смог зайти в приложение, где есть личные важные данные. Переписка, например. У меня этот пароль есть, я его создавал, поэтому просто вписываю его. После чего выбираем приложение, которое скрыть. Ну что ж, что у меня важно? Что мне нужно скрыть? По сути, у меня ничего такого нет, что пришлось бы скрывать. Давайте YouTube скрою. Задать код доступа, нажимаем «Настройка», и смотрите, написано «Код доступа должен начинаться и заканчиваться символами решетка». Давайте будет у меня решетка, 789, решетка. Нажимаем «Ок». «Ок», все. Друг, давай быстрее. Все, и теперь смотрите. Теперь у меня нет приложения YouTube нигде. Просто оно было, вот вместе с YouTube Music, теперь его нет. Как мне получить доступ к YouTube Music теперь? Нужно открыть телефон, клавиатуру и вписать звездочка 789, ой, звездочка, господи, решетка 789, решетка. И я попадаю в место, где есть YouTube, ну и доступ к личному сейфу, но это уже отдельная тема. Что ж, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч, до свидания.